воскресенье большой футбол возвращается в столицу Испании, Мадрид, где в 20:30 28-м туре Ла Лиги сыграет претендент на чемпионство Реал Мадрид против крепкого аутсайдера Эйбара. Эти команды в своей истории встречались 13 раз, где сливочные выигрывали целых 10 противостояний, и эти команды ни разу не уходили с поля, не забив минимум 2 гола. Пока Реал Мадрид идет на втором месте, потеряв первую строчку в крайнем туре, так как последние 10 матчей сыграл довольно плохо. Лишь 5 побед и целых 4 поражения, в то время как ни на что не претендующий Бар смог добиться 3 побед, 2 ничьих, но и проиграв целых 5 матчей. Но чтобы разобраться получше, давайте обратимся к статистике голов. Реализация ударов в створ 34% против 28%. При этом забито в среднем 1,9 против 1,2 голов в среднем за игру, но пропущено 1,2 против 1,6. Ситуация с составом у сливочных очень интересна, но если говорить сначала про аутсайдеров матча, то у них все в строю, кроме Ивана Рамиса и Эскаланте, в то время как у Реала пропустит игру только Лука Йович и Начо, но в строй, а главное в физической кондиции, возвращаются Эден Азар, Гаррет Бейл и Марко Асенсио. Большинство экспертов прогнозируют для сливочных одно из самых удачных и успешных возвращений с карантина среди всех топ-клубов. У Реала есть настоящее оружие Григори Дюпон, тот самый фитнес-тренер, который отвечал за физподготовку сборной Франции на последнем чемпионате мира и работал вместе с Азаром в Лиле. И по данным с тренировок, и Азар, и Бейл действительно готовы играть в посткарантинном чемпионате. Поэтому игра против Эйбара, который славится своим прессингом, будет легкой прогулкой для соскучившихся дриблеров мадридцев. Соответственно, победу Реала можно оценить в 80%, ничью в 15%, а победу Эйбара в 5%. А самый вероятный счет 4-0 в пользу королевского клуба, если вы понимаете, о чем я.